Львы чувствуют себя хозяевами саванны. Это символ храбрости и силы. Но иногда они скрывают свой грозный нрав и спокойно живут на одной территории с неторопливыми громадными слонами. Встречался с этими животными лицом к лицу наш гость. Сегодня тема львы и слоны. А все-таки это, конечно, удивительные животные. И ведь в течение дня в разное время можно снимать разных животных.